2 декабря на улице Северная в Одинцово около дома номер 32 водитель автомобиля Volkswagen Golf совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП пострадал 13-летний подросток. Ему была оказана медицинская помощь в лечебном учреждении. Госавтоинспекторы обращаются ко всем детям и их родителям. Помните о соблюдении правил дорожного движения, совершая пешие и велосипедные прогулки. Во время движения на велосипеде необходимо использовать велошлем и защитную экипировку.